Подъем заболеваемости коронавирусом и опасность распространения оспы обезьян в Хабаровском крае стали главными вопросами повестки заседания Краевого штаба по борьбе с распространением инфекционных заболеваний. По данным Роспотребнадзора, последнюю неделю в Хабаровском крае регистрируют больше заболевших COVID-19. Специалисты объясняют это тем, что практически никто сейчас не соблюдает ограничительные меры – масочный режим и социальную дистанцию. Тем не менее, дополнительные ограничения в Хабаровском крае пока вводить не планируют. И сейчас будет решаться вопрос об окончательном снятии всех запретов. Между тем, санитарные врачи региона приведены в готовность в связи с новой угрозой – обезьяньей оспой, которая сейчас распространяется в мире. По словам представителей Роспотребнадзора, риск проникновения этой инфекции на территорию России минимален. Но помнить об опасности нужно тем, кто собирается ехать в экзотические страны. Когда готовят свой отпуск и планируют поездки, эти вещи нужно учитывать. И для этого у нас осуществляется работа с туризмом, чтобы при покупке, по крайней мере, официально таких туристических туров людям объясняли риски, не только связанные с оспой обезьян, но и с другими инфекционными заболеваниями.